Всем привет-привет! Но у нас рубрика видео от подписчика. И в гостях у нас Хаммер. И он будет качать питомца. Нет-нет, вы не ослышались. Именно питомца. Рупор здесь совсем ни при чем. Зимняя акция — это такая акция, где вы можете через рупор, либо через валика, который будет чуть-чуть попозже, которого я буду качать, выкачать питомца. Если же все-таки у вас питомец не фуловый, то здесь у вас огромный шанс его просто получить на халяву. Итак, есть звезды — можно качать, нет звезд — нельзя качать. Но если вы возьмете плюсом, допустим, покупки подарков с этим питомцем, то вы поймете, насколько выгодно качать его через клубы, что и делает Хаммер. Ну а наглядное отображение, конечно же, будет у вас на экранах. Ну и давайте, пока вы не начали все смотреть, сразу в комментариях пишите, качнет на фул или нет. Ну, ничего не буду спойлерить. Так что посмотрите, либо перемотайте. Ну а так, очень мало звезд потрачено и очень хорошо прокачался питомец. Смотрите.